Друзья, вот и подошла к концу уже 15-я по счету благотворительная акция «Добролаб». Благодарим всех, кто участвовал в ней, совершал покупки для бездомных животных в наших розничных магазинах, на сайте и в мобильном приложении. Зима – сложное непредсказуемое время года, и именно сейчас, когда бушуют холода, питомцам, которые пока не обрели свою любящую семью, нужна помощь. Иногда нам кажется, что мы очень маленькие и от нас ничего не зависит. Но на самом деле это не так. От какого-то маленького вашего действия зависит на самом деле очень многое. С 15 декабря по 15 января нам удалось передать в приюты и фонды около 50 тысяч килограмм сухих и влажных кормов, более 6 тысяч упаковок лакомств, около 20 тысяч наименований ветеринарных препаратов, а также пеленки, наполнители, игрушки, амуницию и многое другое. Чтобы начать помогать бездомным животным, можно начать с малого, участвовать в акции «Добролаб» или же приехать в приют, погулять с собакой и уделить питомцу должное внимание, которое он так заслуживает. Мы старались оказать приютам и другую посильную помощь. Организовывали выставки пристройства, на которых старались сделать все возможное для того, чтобы как можно больше хвостиков обрели свою семью. Посмотрела на всех кошечек и собачек, мне всех захотелось пожалеть и всех взять, потому что в каждом я вижу душу, которой нужно помочь и просто уделить немного внимания каждому из них. А еще мы посетили приюты в Москве и Санкт-Петербурге, попробовав себя в качестве волонтеров. Благодарим вас, наши дорогие покупатели, за то, что вы рассказывали о нашей акции друзьям и знакомым, делились в социальных сетях фотографиями и добрыми историями. Это помогло привлечь к акции почти 75 тысяч участников. Большое спасибо всем. Мы верим в то, что бездомные животные только временно бездомные, потому что каждый из этих животных только лишь на какое-то время находится в нашем приюте, и все они смогут найти дом. Уверены, что это только начало. Добролаб будет расти и развиваться, а мы с вами будем и дальше участвовать в нем. Ведь вместе мы можем больше.